saving the planet. To the 10th conference of the Future Energy Forum at the Astana Expo 2017. It's great to see you all here. I hope you had a good day yesterday. I certainly did, and I hope that you've come rested and ready to participate in day two. So what I want to do very briefly this morning is just to tell you about the agenda in the first half of today. На полдня сегодня первый спикер будет сегодня в зале 2. После моего выступления мы передаем слово Мураду Хусейну, который будет говорить о примерах лучших практик, затем дадим слово представителю DISCO. Вы, наверное, вчера вы участвовали в семинаре или сессии, в которой они участвовали, и мы будем рассматривать многие вопросы. А потом в зале 2 там происходит вторая сессия, там пройдет 6 презентаций, дискуссий о подрывном движении в области энергетики. Мы слышим разные идеи, которые продвигают вперед и способствуют устойчивости. Я расскажу вам разные точки зрения, которые будут очень интересны, но это в зале 4. Потом мы снова соберемся после обеда, опять же, в зале 2, и мы услышим другие доклады от Ветранда чуть позже, и передам слово Мураду. Он расскажет о том, чем занимается его компания. Я очень рад приветствовать его. Спасибо большое. Добрый день всем. Салам алейкум. Меня зовут Мурад Хусейн. Я работаю проектным инженером компании SoulShare. В моей презентации и в отношении моей презентации хотел бы задать вам один вопрос. Какая страна является номером один в солнечной энергетике? Китай? Есть ли другие предположения? Германия? Хорошо. Но мой ответ другой. Это Бангладеш. Смотрите, насколько проникает солнечная энергетика в нашу жизнь. Бангладеш. Вы знаете, мы установили такие установки на 65 мегаватт в Бангладеше. А почему Бангладеш? У нас уже 5 миллионов таких индивидуальных солнечных систем, которые были инсталлированы на крышах наших домов. 25% уже сельского населения как раз имеют возможность использовать солнечную энергию. 25 миллионов людей получили большую пользу от такой солнечной системы. И 65 тысяч систем, они работают в нашей стране. Мы инсталлировали 6 миллионов солнечных систем в 2017 году только. Какова сейчас ситуация с энергетикой в Бангладеш на сегодняшний день? У нас 5 миллионов систем уже установлено, но 65 миллионов людей пока еще нуждаются в электричестве в нашей стране. 65 миллионов, но те, у которых уже есть солнечная система, они хотят еще больше энергии. Они хотят, чтобы у них были небольшие системы, которые бы вырабатывали электрическую энергию. Они хотят иметь вентиляцию, они хотят больше энергии.
энергии, это их спрос и дополнительные потребности. У нас есть 60 системы на 65 мегаватт, которые производятся ежедневно и используются. И есть еще на 15 мегаватт. Вы знаете, что как раз-таки машины Tesla работают на этом чуть ли не каждый день. Но как мы подсчитаем излишки энергии, которые производятся? Есть, конечно же, пиковые производства, которые длится порядка 5 часов. И мы посчитали, если 25% только излишков будет производиться всеми этими 5 миллионами солнечных установок, конечно же, нет возможности сохранить эту энергию, потому что 5 миллионов солнечных систем, фактически все эти системы не могут сами хранить излишки производства электрической энергии. И поэтому, что мы делаем и что мы должны делать с излишками производства? И какое решение существует для этой проблемы? Мы думаем, что решение, конечно, внесет большую перемену или изменение в нашу жизнь. И вот такое решение, которое мы называем Soulbox. Внутри этого ящика у нас есть микросети. Это децентрализованный узел микросетей. Это как местная... Это как местная установка, где мы покупаем и продаем электричество, производимое на местном уровне. Кроме того, есть система учета, через которую вы можете, опять же, продавать и покупать электричество. Это новая такая счетная установка. Кроме того, мы можем подключаться везде. Мы обеспечиваем для клиента гибкость, мобильные возможности для платы. Они могут платить за потребляемую энергию, измеряемую счетчиками. Но как заставить наши микросети работать? Первые системы были установлены в дом, в дома, в которых, может быть, даже еще не было солнечных систем. А в принципе, даже и при установке таких систем и нет необходимости приобретать солнечную установку. Этот прибор измеряет приток и отток электрической энергии, которая потребляется дома. И мы решаем, как платить за потребляемую энергию. Мы используем мобильные киви-кошельки, через которые также можно осуществлять оплаты за потребляемую энергию. Мы, кроме того, используем микросети между соседними домами и соединяем их в единую сеть. Мы хотим все-таки обеспечить энергетическую независимость. И вот если один, скажем, собственник устанавливает солнечную систему, он потребляет, он удовлетворяет собственные нужды и, кроме того, производит излишки, которые может продавать соседние дома. Такая сеть уже выросла на 30%. Она предоставляет доступ в плане электричества, которое вырабатывается со стороны ВИО по очень-очень низкой цене, где-то порядка 5 лемп, видимо, местная валюта. И я думаю, что стоимость гораздо дешевле, чем сравнивать с другими ценами в мире. Это реально очень низкая цена за потребляемую энергию. И хотелось бы, наверное, также рассказать про технологии, про идеи, а больше рассказать про реализацию. Поэтому внедрение технологий – это только 10%, сама технология. 90% заключается в том, чтобы мы реально реализовали эти идеи, инсталлировали эти установки. Как мы объясним важность и необходимость этих установок для сельского населения или населения отдаленных районов? Очень сложно, конечно, это сделать проживающие в отдаленных районах. Люди не понимают новые технологии, и им очень сложно
объяснить это. Поэтому мы испытывали очень большие сложности, потому что это абсолютно новая концепция. Сельское население боятся новых вещей, новизны. У них не хватает понимания характеристик новых технологий. И потом... И помимо этого, они считают, а почему я должен верить кому-то? И, например, некоторые люди, которые живут в селах, в Бангладеш, они имеют иногда час и зачастую плохие отношения с соседними, домами, поэтому не хотят подсоединяться с ними. Они говорят, зачем я должен подсоединяться к общей системе с этим человеком? Это же плохой человек, я его не люблю и не хочу. И тогда как же справляться, преодолевать такие трудности? Мы просто показываем пользователям, какую пользу они получат от новых технологий, от внедрения новой технологии на прибере. То есть они легко могут получить деньги, заимствования. За счет того, что, вернее, они могут зарабатывать деньги за счет продажи излишков произведенной электроэнергии. Кроме того, они могут постоянно удовлетворять свой спрос и потребность в электричестве. Они могут включать вентиляторы, могут включать телевизоры, много других электрических приборов, и потому что у них сейчас больше электроэнергии, чем было раньше. И кроме того, мы обучаем пользователей, клиентов касательно того, как они должны управляться и с этой системой, и со счетчиком. Мы посылаем туда наших специалистов, которые напрямую работают с населением, обучают их, показывают им, как можно будет работать с счетчиком, записывать какие-то данные со счетчика. А счетчик? Вы знаете, сельские люди уже, конечно же, знают, как нужно контролировать потребление, они знают, как работать с такими счетчиками. Но наш Soulbox, он похож на инструмент контроля потребления. Здесь вам не нужно никаких еще других систем контроля, потому что эта система уже работает как система контроля и учета. И здесь у нас есть дисплей. На дисплее потребитель видит баланс, расходы, и кроме того, они имеют также данные в режиме продаж, приобретения электрической энергии. Если клиент хочет приобрести, купить какую-то дополнительную энергию, то он ставит в режим покупка, то есть он может покупать электроэнергию из других источников этой общей системы. Если желает продать излишки, нажимает на кнопку или режим продать излишки энергии другим. Есть еще другая система, которая называется AutoMod. Здесь сам счетчик решает, что сделать энергии, и решает, следует клиенту продать эту энергию или, наоборот, приобрести. Автоматически уже говорит, что нужно уже продать излишки другим, либо может автоматически уже прикупить энергию из других источников. Например, если батарея на нижнем уровне зарядки, значит, сам счетчик автоматически осуществляет покупку энергии из других источников. Если батарейка полная, то есть счетчик автоматически уже начинает продавать излишки в систему. И если клиент говорит, я не хочу продавать, я не хочу и покупать, он просто должен тогда нажать такую кнопочку, и тогда счетчик будет просто стоять на функции контроля, и все. Корректировка и контроль. И, конечно, есть какие-то организации, которые работают с таким населением, с этими людьми. Это как раз провайдеры услуг по солнечной энергетике. Они знают клиенты, клиенты знают их, и между ними существует доверие.
Но нам нужны такие организации, именно те организации, которые могут выходить напрямую к клиентам, могут говорить им про эти вещи, объяснять им все эти вещи так, чтобы мы заручились поддержкой и доверием со стороны местного населения. Конечно же, они партнеры, между ними устанавливаются партнерские отношения. И, кроме того, мы столкнулись с такими проблемами, как плохие взаимоотношения между соседями. Поэтому нам приходится общаться с местными вождями, лидерами местного сообщества. Это те люди, которые могут сказать им, что это хорошо же для вас самих, убедить их так, чтобы было понимание. Поэтому нам нужно общаться в первую очередь с вождями, членами сообщества. Итак, здесь вы видите нашу быструю сеть в Шурет-Пур. В 2015 году, в сентябре, мы установили эту сеть, и нашими партнерами были Убумус и Итколл. Здесь вы видите схему этих домов. У нас 7 домохозяйств. У 6 из них свои собственные солнечные системы, и у остальных нет этой системы. И у нас также имеются резервные системы в LZMC. Здесь вы видите фотографии этих людей. Мы называем эти села умными селами, деревнями. И здесь вы видите счастливые лица потребителей. Мы также предоставляем, ну вы знаете, у наших партнеров есть дополнительные характеристики. Это приложение Soul App. Можно загрузить это приложение для того, чтобы продавать электроэнергию, необходимо зарегистрировать клиента. В Бангладеше обычно все это делается на бумаге, но при помощи приложения намного легче зарегистрировать клиента, потребителя при помощи телефона. Его очень легко понимать, и это также очень хорошо для организации, потому что сейчас мы можем прослеживать, используют ли клиенты в домах эти сети или нет. И в Solo App вы можете увидеть общую ситуацию в сети. Каждые 2 минуты страница обновляется, поэтому у вас имеется общее представление того, что происходит в сети. Также вы видите потребление клиентов, загрузки клиентов. Все находится в этой базе. И также сол-боксы у нас подключаются при помощи Wi-Fi. Здесь вы видите наших клиентов. Некоторые из них живут в Саламат-Буре. Это большая солнечная система электроснабжения. У нас также есть клиент Розена Бегум, и также он включает свое оборудование ночью, и таким образом получается получать деньги. То есть здесь вы видите фотографию небольшого магазинчика. Также у нас есть клиент Халал, а у него также небольшой магазинчик, продуктовый магазинчик, и эти магазины работают ночью. У него небольшая солнечная панель. Он услышал о сети, связался
с компанией и сказал, что хочет подключиться к сети. Мы его подключили. И после этого он принес телевизор. И сейчас люди приходят в его магазин, чтобы посмотреть кино, посмотреть крикет. И он сказал, что сейчас у него улучшился бизнес. И это наши будущие идеи. Мы установили Wi-Fi башни к этой сети. И в будущем мы хотели бы делиться интернетом, раздавать интернет жителям деревни. В Бангладеше вы видите вот этого рикшу. А рикшу – это очень популярный вид транспорта. И мы установили так называемых электронных рикш, где люди могут с легкостью зарядить свои рикши, автомобили. И благодаря вот таким зарядным станциям. И в будущем у нас есть идея. Если мы подсоединим много кластеров, если мы подсоединим все из них, мы сможем также продавать электричество от сети другим людям. То есть правительство может покупать электричество от наших клиентов. Итак, здесь вы видите новости у нас. Мы получили Solar Award в 2016 году как самые лучшие поставщики солнечной энергии. И также в 2016 году мы стали победителями этой награды. Ну вот на этом все. Спасибо. Есть ли у вас вопросы? У нас есть время на вопросы. Спасибо большое за вашу презентацию. У меня небольшой вопрос, который связан с взаимодействием с государственным сектором. Работаете ли вы с правительством? Получаете ли вы поддержку от правительства? Есть ли у вас какие-то возможности, где вы можете продавать электричество при помощи каких-то правил или регулирований? Я интересуюсь вашим взаимоотношением с правительством, с государственным сектором. Когда мы делали эту сеть, правительство также нам помогало. У нас есть организация ИТКОЛ, и они финансировали нас для построения этой сети. Также правительство обещали нам покупать электричество, наше электричество, поэтому мы продаем электричество государственной сети. Это длительный процесс, и надеюсь, что все получится. Есть ли у вас еще вопросы? У меня есть один вопрос. Что вам нужно для того, чтобы расширить эту бизнес-модель? Хорошо. Я уже упоминал, что где-то 56 сетей работают в нашей стране, и нам необходима их поддержка, их помощь, я имею в виду со стороны правительства, и они помогают нам. Правительство помогает нам и расширяет наши сети. Потому что если я приезжаю в села, они все это видят, и они не понимают эти сети, они не верят мне. Поэтому у нас есть местные партнеры, которые общаются с представителями сел, деревень, чтобы они могли лучше все это понимать. Нам действительно нужна их поддержка. Хорошо. Еще один вопрос. Замечательно. Спасибо.
Замечательная презентация, спасибо за нее. Как отдельные домохозяйства позволяли себе первоначальные системы, потому что ваша система отличается от старых систем домохозяйств. Была ли еще какая-то до этого система электроснабжения установлена там? Да. Сейчас мы еще находимся в режиме пилотирования нашей системы. Мы закончили с счетчиками, и сейчас мы работаем. С другими бизнес-моделями. Но вы работаете с микрофинансированием? Да, мы работаем с этим. Но вы знаете, что Micro Energy International, мы работаем также и с ними. И стоимость счетчиков очень высокая. Мы не хотим продавать эти счетчики клиентам за наличные, но типично, сколько у вас займет, сколько займет у домохозяйств заплатить за первоначальную стоимость счетчиков? Три месяца. Но мы еще в пилотном режиме, поэтому мы чуть позже это решим. Есть ли у вас еще какие-то вопросы? Вчера у нас была серия интересных презентаций о хранении электроэнергии. А вот что насчет вашей системы? У вас есть какие-то эксперименты по хранению электроэнергии? В солнечных установках у нас есть аккумуляторы и солнечные панели. Если вам нужно 21, например, систем, вот эта батарея или аккумулятор требует где-то 5-6 часов, чтобы полностью зарядиться. А в этой сети эти аккумуляторы очень быстрые. И также сами панели производят электроэнергию. Эта электроэнергия в то время работала следующим образом. У нас есть водонасосные станции, где люди могут в то же самое время пользоваться этой электроэнергией. И также у нас есть примеры, когда люди просто так тратили электроэнергию. Но вот вчера у нас была одна компания, которая использовала солнечную термальную энергию для охлаждения, кулер. Есть ли у вас подобная синергия? В нашей стране есть организации, которые хотели бы строить и разрабатывать охладительные системы. И мы работаем над этим. Замечательно. У вас очень хорошая расширяемая модель, где люди не только из Бангладеша и со всего мира могли бы использовать. Я приехала из Непала, это близко к Бангладешу. Мы также хотели бы начать мини-сети в Непале, поэтому нам бы хотелось лучше понять ваши технологии и как это потенциально все это могло бы выглядеть. И вот вопрос, это независимые сети, да, это независимые, а первоначальная стоимость очень высокая. Как это все сработает? Как вы будете продавать эти счетчики непосредственно клиентам или солнечным компаниям? Сейчас мы работаем при помощи модели B2B, бизнес к бизнесу. И наша компания солнечной электроэнергии общается с клиентами, и мы говорим, что мы хотели бы построить такие системы, и мы им продаем счетчики. Это у нас постоянный ток. Только постоянный ток. Есть ли еще какие-то вопросы?
Поднимите руку. Если нет никаких вопросов, спасибо за вашу презентацию, за то, что вы приехали. Спасибо. Итак, сейчас я хотел бы передать слово Флориану из Do School. У нас будет две сессии. На основе вчерашних сессий у нас будут также питчи, будут небольшие выступления. Доброе утро всем! Как у вас дела? Хорошо? Позвольте мне вас немного раздражить. Обычно в доску мы поднимаем руки, особенно парни в костюмах. Мы поворачиваемся налево, и после этого мы тянемся к человеку слева, 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 делаем массаж. Давайте, мы молодые друзья сзади, сделайте массаж друг другу. Там, 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 сзади. Хорошо. Хорошо. Подняли руки вверх. И еще раз выражаем свою любовь, возвращаем это же чувство своему партнеру, сидящему впереди. Спасибо. Все проснулись? Сейчас уже все проснулись? Замечательно. Спасибо за предыдущую презентацию. Чем сейчас мы займемся? Мы сейчас отступим на секунду от этой темы. Я просто расскажу вам, что было вчера, чем мы занимались вчера и почему мы вчера обсуждали многие вопросы. Сегодня многие люди приехали, наверное, проделали километры, чтобы приехать сюда и выступить перед вами, рассказать об энергии будущего, как смягчить последствия изменения климата. Самый главный вопрос, который мы обсуждаем, какое мы общество хотим создать, в каком обществе мы хотим жить, какой бизнес мы хотим вести, как мы можем добиться успеха, как люди, как индивидуальные лица, и как общество, начиная от правительства, начнет добиваться успеха для всего общества. И если мы задумаемся хотя бы на секунду об этом вопросе, конечно же, это тот вопрос, который также важен и настолько важен, как не был важным до сих пор. Вещи меняются так быстро вокруг нас. Есть индекс Fortune 500, то есть 500 глобальных компаний мира, самые счастливые, самые успешные определяются. И мы смотрим, например, что если вы 60 лет как нефтяная компания работаете, конечно, вы слишком крупно и не провалитесь, не потеряете свой успех. Это очень сложно для вас будет потерять свой успех. Но сейчас уже срок уменьшился до 15 лет. С 2000 года до нынешнего года 25 новых компаний возникло и включены в число этих 500. Мир бизнеса меняется просто драматично. Где-то 75 миллионов выпускников университетов не могут найти работу на сегодняшний день. Наверное, мы скажем, да, надо было им подумать об этом раньше, надо было, наверное, поехать в страны, где бы они могли найти работу. Но как мы можем получить те навыки, которые нам нужны для того, чтобы быть успешными в мире, конкурентными? Мы же не знаем, какой будет мир, и как мы будем знать, каким будет миром, как мы можем, например, помогать нашим детям, нашим работникам и даже самим себе, когда нам, скажем, будет 65-70 лет, как мы будем решать эти вопросы. Цифровизация везде сейчас, проникает везде. И как раз пример тому, то, что мы все находимся в этой аудитории. И я вчера говорила на эту тему тоже со многими людьми, то, как мы коммуницируем друг с другом, как мы связаны друг с другом, конечно, совсем по-другому обстоит. Если посмотреть на весь мир, и особенно если обсудить вопрос и энергии, опять же, как мы будем решать какие-то очень серьезные вопросы в сфере энергетики? В нашей школе мы считаем,
что очень важно, во-первых, помогать каждому человеку, каждой компании, чтобы они действительно могли наращивать капитал навыков, знаний, чтобы они могли действительно создавать такие решения, которые создадут успех. И это важно не только в отношении больших компаний, но важно и в отношении самих лиц, индивидуальных лиц. И у меня большая привилегия, то, что я могу выступать перед молодыми людьми, перед молодыми людьми, например, в Уганде я тоже выступал. Он сказал: да, я очень хочу всего-всего, но мне нужны деньги, мне нужен доступ к сетям и так дальше. Может быть, вы тоже озабочены таким же вопросом, но когда я говорю, например, с исполнительным директором крупной компании, он говорит: у меня есть акционеры, мне надо работать с профсоюзами, соблюдать законы и так дальше. Ну вот как я могу реализовать какие-то перемены, изменения? Что все это очень важно в моей работе. Когда я говорю с премьер-министром страны, он говорит: а как я могу решать проблемы с биржами, с институциональными инвесторами и так дальше, потому что люди же голосуют за меня, и поэтому они ожидают от меня то и тот. Я никак, я могу обеспечить какие-то серьезные перемены. И поэтому они не отличаются в этом плане, потому что они ограничены, они ограничивают свои возможности, верят в это. А школа ДУ верит в то, чем мы хотим заниматься. Мы хотим порвать и разорвать эти ограничения, чтобы люди учились вместе, делились методологиями, которые помогают им действительно реализовывать все, что они хотят. И почему я это говорю? Потому что многие из нас знают, что у нас всегда посещают какие-то замечательные, великие идеи, но великие идеи не создают консенсусности. Конечно, работа с идеями, реализация этих идей как раз создает ценности. Вчера Майя говорила: конечно, даже, может быть, вы что-то делаете, а в конце окажется, что это была глупая вещь и не добилась успеха. Самое главное, чтобы вы дошли до такого момента, когда что-то будет притворяться, чтобы что-то вы выносили, предлагали. И на этом я хотел бы, чтобы вы имели видение о том, что изменения происходят и в Астане, и в Нью-Йорке, в Берлине. Но если такие перемены происходят на самом деле, и если мы принимаем тот факт, что действительно очень много вещей уже будет выглядеть по-другому и делаться по-другому, тогда как мы станем двигателем этих изменений, и как мы будем двигать положительные перемены и будем получать положительные результаты? Как раз вот об этом и мы думали. Вчера группа экспертов со всех стран мира сидели с вами, с молодыми казахстанцами, и думали про трудности в мире. И у них было взаимодействие, они пытались обсудить новые инструменты, новые технологии касательно того, как нам дальше двигаться, как нам надо искать решения, и, а самое главное, как реализовывать эти решения. И мы горды тем, что у нас выступали молодые казахстанцы, и сегодня тоже будут выступать. И мне приятно представить руководителя Филиппа нашей венчурной школы, в школе ДУ. Он работал в других странах мира тоже. Ну, давайте поприветствуем его тепло и сердечно. Спасибо, Флориан. Да, Флориан уже объяснил коротко о том, что вчера у нас был замечательный полдень после обеда, у нас были эксперты из разных областей, со всех стран мира, эксперты в своей области. Кроме того, у нас были казахстанские студенты из университетов, других вузов, и совместно с экспертами, с предпринимателями и представителями Do School Community мы попытались создать какие-то решения, прийти к каким-то решениям. И мне хотелось бы коротко рассказать, как проходил этот рабочий день после обеда, объяснить контекст, и как и мы пришли к каким-то решениям. И мы представим их в наших фотографиях, фотографиях разных групп. То есть мы хотим презентовать вам те идеи, которые мы пришли вчера. Вчера мы начали с того, что представили 5 основных трудностей. Они были представлены вчера. Ну,
давайте коротко пройдем по ним. Мы говорили об устойчивости в городах. Как мы можем улучшить и повысить города? Как мы создать устойчивые городские системы? Ну, конечно, это большая трудность. А вторая тема, как мы можем оказывать влияние, как мы можем обеспечивать инвестиции, о том, чтобы мы обеспечили такие возможности для всех, чтобы каждый человек мог быть вовлечен в какие-то проекты и могли бы тоже вносить свой какой-то вклад в общественное развитие. Третья тема касалась продвижения местных устойчивых инициатив в развивающихся странах. Конечно, это очень интересная проблема, которая тоже релевантна и для контекста Казахстана. И следующий момент, как противостоять против движения, против ветровых установок и дальше. И дальше мы говорили про зарождающиеся экономики, опять же, как обеспечить устойчивость. Видите, это же разнообразные трудности, и поэтому наша школа всегда выходит с какими-то конкретными решениями. Мы говорим, как можно бы придумать какие-то бизнес-решения и реализовать их. Это, конечно, там нет одного ответа, там очень много разных решений, но самое главное, чтобы мы вышли с какими-то конкретными решениями, и как раз студенты-то и вышли с такими решениями. Ну, у нас пришел процесс следующим образом. Мы объяснили все людям, мы рассказали о методах нашей школы ДУ. Это был очень серьезный, такой напряженный процесс. Мы, конечно же, должны были в первую очередь понять трудности. Мы разбились на 5 групп, и в этих группах эксперты объяснили про трудность, объяснили какие-то вещи, дали фоновые знания и определились с теми моментами, которые и эксперты, и студенты увидели на этот момент. И потом как раз-таки первые идеи начали приходить в голову касательно той проблемы, которой были озадачены наши 5 групп. Затем мы перешли к следующему шагу. Это понимание немножко об экосистеме или улучшить наше понимание об экосистеме. Потом мы копали уже глубже. Мы хотели понять динамику разных проблем создания системной карты, найти какие-то узкие места и пути достижения баланса. Мы обсуждали эти аспекты с экспертами. Было интересно, конечно, в первую очередь студентам. Они тоже выражали свое видение контекста, задавали вопросы экспертам, чтобы понять многие аспекты. После обеда еще много людей пришло к нам, это было очень интересно. Мы были уже в середине самого этого процесса, и вдруг группа у нас удвоилась по размеру. Мы объяснили новым студентам все идеи, и потом эти идеи были представлены в фотографии, которую вы увидите через минуту. Ну, что касается контекста, конечно, мне хотелось бы, чтобы вы получили понимание того, что было вчера, и поэтому мы для себя определили, какие идеи мы сегодня представим вам в формате pitches или кратких таких описаний того, что обсуждалось на этих 5 круглых столах. Ну вот Айман, Алекстезия, Кейти, Токжан, Алекс и другие представители 5 групп. Надеюсь, никого не забыл. У нас есть микрофоны для вас. Ну, мы будем выступать на английском языке или же будет на русском языке? Все будете говорить на английском? Ну что ж, замечательно. Ну что ж, тогда давайте поаплодируем громко, поаплодируем. И в конце у нас будет время на то, чтобы задать вопросы. Давайте сначала выступит каждый по очереди, а потом уже дадим возможность задать вопросы из аудитории. Будьте терпеливы. Конечно, вы, наверное, волнуетесь, потому что для вас это первый pitch. Микрофон. Спасибо большое, добрый день всем. Насколько мы все знаем, 50% нашего населения живет и проживает в городах. Я София, я как раз одна из них.
Но дело в том, что городская жизнь уже более непривлекательна для всех нас. Мы хотели сделать города местом, которые будут привлекательными для граждан, для проживания, улучшить качество жизни городского населения именно в этих городских сообществах. И мы пришли к одному решению в отношении того, что мы должны создать какое-то зеленое сообщество, где люди будут собираться, место зеленое, где будет возможность иметь собственный сад и создать своего рода такие джунгли. Конечно, это будет такое место, где мы сможем собираться все вместе, как единое сообщество, проживающее в этой местности, где мы будем участвовать в каких-то мероприятиях, мы будем иметь контакты или взаимодействие с природой. А как все это будет работать? Конечно же, мы должны продвигать такое место. Пользователи будут приходить, они будут регистрироваться, они будут выбирать для себя какое-то, может быть, местечко или площадку для сада, они будут отчитываться, и они придут в сад, они будут работать с каким-то супервайзером, инструктором, который будет давать им задания по саду, например, что сказать: хорошо, сейчас сезон яблок, давайте будем собирать яблоки, либо какие-то садоводческие мероприятия будут проводиться. То есть здесь как раз-таки люди будут связаны с природой. Кроме того, они могут в рамках этой площадки взаимодействовать и общаться друг с другом, могут проводить дни рождения своих детей, могут даже давать в аренду эти места и так дальше. И потом можно будет обмениваться продукцией, которую они производят, выделить какую-то площадку для продажи или проведения ярмарки зеленой продукции, которую они произвели, вырастили. Там будут еще какие-то другие возможности. И там же могут быть и какие-то другие вещи, проведение семинаров, тренингов для детей Можно проводить какие-то общественные мероприятия. И также наш сад будет сокращать стресс среди жителей, соединять их с природой внутри города. И также он будет предоставлять возможности для отдыха, которые будут доступны для всех, потому что вам не нужны деньги для того, чтобы участвовать в этом. Вы можете работать и обменивать продукты на очки, поэтому люди будут более счастливыми. Спасибо. Спасибо большое, София. Вы можете присаживаться, и я хотел бы передать слово второй группе, и мы начнем с Айман. Пожалуйста, поприветствуйте. У меня столько денег, я не знаю, что с ними делать. У вас есть приложение? Да, есть приложение Самина. У меня есть Invest App, где люди, инвесторы, могут найти новые свежие стартапы и могут помочь найти стартапы, новым стартапам инвесторов. Также я нашла фонд для моего нового стартапа, потому что у меня не было команды, и я могу там найти команду для своих услуг. Но я хочу найти инвесторов не только в Казахстане, но и в других странах. Что вы предложите? Это международное приложение. Вы можете найти инвестора или команду в вашей стране. Помимо этого, вы можете найти свежие классные дизайны для новичков, поэтому спасибо большое, спасибо, это хорошее предложение. Замечательно. Это была первая идея второй группы. У нас вообще-то есть две идеи второй группы по инвестированию и технологическое решение для приложения, и Амина у нас представит еще одну идею, которая была представлена во время мастер-класса. Кто из вас смотрит сериалы, любые сериалы? Поднимите руку. Большинство из нас смотрит сериалы. Как вы считаете, могут ли они чему-то научить? Да, нет?
Потому что если вы думали, что сериалы не могут ничему научить в бизнесе и инвестировании, вы не поняли идею сериалов, где все инвесторы и предприниматели собираются вместе, и как предприниматели, выступая с спич-идеями и предлагают что-то инвестору, который может помочь успешным предпринимателям, и предприниматель определяет актив, в который можно инвестировать. Представьте, если бы у нас были такие сериалы, шоу, которые позволяли бы каждому из нас легко получить доступ к инвестициям, продвинуть стартапы, бизнес в вашей стране или по всему миру. Преимущество из этого заключается в том, что это не только частная какая-то вещь. Вы можете смотреть какую-то серию либо онлайн, либо в качестве стрима. Вы сможете что-то узнать об инвесторах, и также зрители смогут узнать что-то интересное о вашем бизнесе. Я думаю, что это стало бы решением для того, чтобы облегчить доступ к инвестициям среди населения. Спасибо. Присаживайтесь. Спасибо, Самина. Замечательно.